Здравствуйте. Сегодня в центре нашего внимания работа депутатов Архангельской думы. От сессии до сессии рассматривается целый спектр вопросов. От исполнения бюджета и его переверстки на текущий год до особых мер поддержки бизнеса. Но этот вопрос продиктован нынешней обстановкой. Но согласитесь, что работа депутатов не должна ограничиваться только заседаниями и комитетами. И об этом мы сегодня говорим с депутатами городской думы Сергеем Чанчиковым и Василием Кичевым. Здравствуйте. 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 Итак, первый вопрос об исполнении бюджета за 2019 год. На недавней сессии вы заслушивали отчет. Что положительного, что отрицательного можно выделить в том, как, собственно, шла работа по главному финансовому документу в 2019 году? Ну, согласно отчету администрации, бюджет исполнен, сейчас затрудняюсь ответить на какие там проценты, но исполнение крайне высокое, и в любом случае у горожан есть претензии по, ну, может быть, не по исполнению бюджета, все-таки у нас основные статьи расходы, бюджет у нас, я напомню, около 10 миллиардов на этот год, основная статья расхода это у нас сфера образования, да, то есть это бюджетная сфера, и коммунальное хозяйство. Конечно, коммунальное хозяйство оставляет желать лучшего. Мы прекрасно видим, что есть проблемы, и эти проблемы необходимо решать, в том числе и увеличением ассигнований на эти статьи расходов. Да? Но на данный момент, и мы же еще прекрасно понимаем, что мы попали сейчас в достаточно сложный этап времени. Сейчас это пандемия, этап неких ограничений, самоизоляции и так далее. И все-таки исполнение бюджета, оно закладывается еще с того года. И мы будем надеяться, что сейчас все-таки третий и четвертый квартал исполнения, ну, нужно будет, наверное, где-то искать необходимые деньги, потому что исполнить его будет не так просто. Он исполнен с достаточно высоким процентом. Естественно, вся социалка выдержана, но ведь речь говорит не о том, ну, важен-то не момент исполнения, да, важен момент, сколько в бюджете средств, хватает ли их на все вопросы, да, то есть, когда мы делим пирог, его, конечно же, не хватает, и всегда приходится какие-то расходы снижать, срезать, так сказать. Вот. И вот в этом-то самая главная задача, чтобы суметь сохранить вот эту ту необходимую социальную нагрузку бюджета, чтобы выполнить все социальные обязательства, которые бюджет города берет на себя, и попытаться максимально попытаться сохранить еще все это городское хозяйство, там, дороги, там, все сети и так далее. Вот, парки, строительство парков, да. То есть, и вот эта задача, она самая сложная. Поэтому, если говорить еще раз об исполнении, то бюджет, да, исполнен. Но если говорить о том, что достаточно этих средств, то их, конечно же, недостаточно. Это что касаемо бюджета 2019 года. Василий правильно отметил, что основное, на что хотелось бы добавить средств и дополнительные в бюджет, это, конечно, на городское хозяйство, потому что это та инфраструктура, которой мы пользуемся с вами ежедневно. И мы, как депутаты, и как жители этого города, это то, что вот в первую очередь бросается в глаза. И, конечно, мы, как депутаты, очень бы хотели, чтобы бюджет увеличивался и траты на городское хозяйство увеличились кратно. Ну, вот мы уже сегодня говорили про пандемию. Понятно, что она внесла коррективы во все, в том числе и в бюджетные процессы. Но так или иначе, есть ряд мер со стороны депутатов городской думы, которые, ну, призваны облегчить участь, назовем ее так, да, предпринимательского сообщества в первую очередь. Вот какие основные моменты, о чем уже сегодня можно говорить, что да, мы это сделали? Ну, по моему мнению, мы в рамках полномочий муниципалитета было принято несколько мер. Одна из них – это снижение арендной ставки за муниципальное имущество. Вторая из мер – это у нас многие предприниматели находятся на упрощенной системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. И мы понизили коэффициент К2. Мы с этим коэффициентом работаем уже, на моей памяти, на протяжении 2 лет. Мы его все время то понижаем, то где-то повышаем. Но сейчас в условиях пандемии, в условиях изоляции этот коэффициент был понижен. На последней сессии мы еще внесли корректировки дополнительно на 45 миллионов для стоимости для бюджета. Там задели основные направления. Это стационарные объекты розничной торговли с торговым залом и без такового. Также большой перечень организаций, занимающихся отделочными работами, строительными работами, рекламные кампании. Это те сферы, которые наиболее
по мнению администрации и поддержанная депутатами, была пострадавшей. Что касается остальных мер, все-таки муниципалитеты права ограничены, и мы должны понимать, что все-таки есть федеральная повестка, и все, что касаемо федеральной повестки на уровне муниципалитета, по нашей информации, выполняется полностью. Достаточно ли этих мер поддержки? Насколько они спасли, так скажем, ситуацию? Я думаю, что это покажет время. Сейчас говорить пока рано. Сейчас мы до сих пор еще не вышли из этого режима, да? И мы должны, наверное, уже ближе к концу года будет ясная картина, кто из предпринимателей сохранил свои позиции на рынке, сколько мы получили банкротов, сколько мы получили закрытых предприятий. Это, наверное, все-таки покажет время. Пока судить об этом рано. Мы сегодня вот этими мерами поддержки бизнеса, да, снижение единого налога на минимальный доход и снижение ставок арендной платы муниципального имущества, снизили поступление в бюджет на сумму более 600 миллионов рублей. Сумма для бюджета — это на самом деле колоссальная. И на сегодняшний день город рассчитывает на определенное, значит, возмещение этих утрат, да, но пока о том, что будут они или не будут, говорить рано. Вот, но город на это пошел, осознанно пошел, то есть сумма чуть-чуть превышает ту сумму, которую мы действительно могли, так сказать, выделить, да, на вот эти мероприятия. И поэтому я считаю, что с точки зрения городского бюджета сделано уже и так максимально, с точки, именно если мы говорим о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса. Вот. И, конечно, настораживает та ситуация, чтобы нам не пришлось, самое главное, чтобы нам не пришлось там, на какой-то из осенних сессий сверстать по новому бюджет, который недополучит вот этих средств. Поэтому сумма в рамках городского бюджета, она, на мой взгляд, максимальная. Поддержка – это всегда то, чего от депутатов ждут не только предприниматели, но и, в общем-то, избиратели прежде всего. Вот как выстраивалась в эти непростые месяца, уже почти 3 месяца, да, работа с населением, потому что проблем было много, много было криков о помощи. Я знаю, что и депутатский корпус во взаимодействии с теми же предпринимателями, ну, как-то старался помочь. К сожалению, в нашем округе не у всех была возможность, не у всех есть в наличии техника, которые подходят под те требования, которые, ну, предъявляет на 21 век и образование, так скажем, по сети интернет. Мы собирали средства, покупали эти компьютеры. Да, это не, ну, там, несколько штук, но обратившимся мы помогли. Также, что касаемо продуктовых наборов и людям, которые находились в режиме самоизоляции, в режиме невозможности покидать свои квартиры, это чаще всего люди пожилого возраста. Мы все знаем, что старше 65 лет до сих пор не рекомендуется выходить на улицу. И этим людям мы помогаем и до сих пор. У каждого депутата есть помощник. У нас есть волонтеры, есть люди, которым не безразличны, есть молодежь, которая не безразлична. Мы, соответственно, используем это, как использовали до периода пандемии, так и сейчас. И доставляем, так сказать, продукты первой необходимости. И не только продукты. Вот то, что нужно, первая необходимость, мы стараемся помогать. Те меры поддержки, которые сейчас применяются, да, они ведь направлены вот на здесь и сейчас. Мы должны понимать, когда это все выйдет. И вот чтобы бизнес начал восстанавливаться, должна вернуться покупательская способность. Тут все же взаимосвязано, это экономика. То есть можно сколько угодно, можно сейчас все открыть, но если у граждан, у людей не будет возможности приобретать те или иные услуги, либо товары, это, соответственно, тот бизнес, который откроется, и в принципе он, в воздухе будет вопрос, а надо ли вообще дальше работать и открываться. Вот за это я переживаю. И за это хотелось бы, чтобы государство еще на это обратила внимание, что будет в дальнейшем. Мы как депутаты, ну я как лично как депутат, я уверен, что депутаты все поддерживать будут, будем продолжать еще активнее работать с регионом. Мы и так с ним работаем, мы не можем не работать с регионом, мы в рамках региона и, по сути, где-то, можно сказать, подчиняемся этому региону. Но мы должны, нас должны слышать, но мы должны аргументированно доказывать свою позицию, что нам надо не просто дайте. Просто дайте, это не позиция, а нам надо. Почему? Потому. Все-таки надо не забывать, что мы столица региона. Да? На нас большие ставки на уровне региона. Мы сейчас видим временно исполняющие обязанности губернатора, проводит много совещаний на эту тему, в том числе и с руководителями со стороны федерации. И мы бы хотели, чтобы в этом городе, чтобы мы сейчас не получили какую-то яму в несколько лет и восстанавливали этот бюджет вот годами, а получить дальше развитие. И мы все-таки депутаты Архангельской городской думы, мы будем отстаивать интересы нашего города.
Удачи вам в этой работе и вашим коллегам. Спасибо большое за беседу. Спасибо. Спасибо вам, друзья, что смотрели. До встречи на 13 этаже.